Та ну йо к монахам, ти шо? Та ну ти шо, это жесть. Ти отак, Дім, вдоль ряда. Не в поперек просто одного это, а просто так вдоль ряда легко пройдись, да, акцентируй на швах просто, да, о, все, вот так. Короче, Димон, я, наверное, в тебе заберу клей, как и лишнешь, блин. Блин. Ого! Поприветствую наших зрителей. Друзья, всем привет, видно, видно. С вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Ну что, давайте сегодня еще шмальнем немножечко газоблока. Делаем, как всегда, по крайней мере, стараемся делать чистую кладочку, ровную, чтобы вся она была с плоскостями, чтобы вся она была в уровне, вертикальный уровень, горизонтальный. Ну и, естественно, немаловажно, производительность работ. Потому что кто занимается каменной кладкой, в том числе кладкой газобетона, те меня поймут, да, что производительность работ – это немаловажная штука в нашем деле. Естественно, от производительности не должно страдать и качество. Собственно, сегодня я вам и покажу. Опять же, у меня было уже, я не знаю, десятки роликов по кладке газобетона, по тому, как делать красивую кладку из газобетона, ровненькую, и, чтобы так сказать, было, как всегда, по феншую. Кто-то говорит, Вован, не обязательно делать прям такие чистые там швы, главное, все равно потом пенопластом обощется или там другим каким-то утеплителем. Но я хочу сказать, что нужно делать, чтобы было еще и красиво, эстетично, потому что неизвестно, сколько будет заказчик жить в этом доме без отделки фасада, без отделки стен, соответственно. А приятно, когда ты заходишь домой, у тебя красивые, чистенькие стены. Вот. Или когда друзья приезжают и смотрят, говорят, вау, у тебя газоблок сделан как облицовка. Ну вот как-то вот так вот. Поэтому, друзья, не будем долго затягивать. Подпишитесь на канал, жмякните этот гребаный колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие уведомления о выходе новых роликов. Естественно, подписывайтесь на Инстаграм. А мы начинаем. Поехали. Друзья, ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать канал о строительстве и технологиях. Ведущий и по совместительству создатель компании Nordic Wood Олег Князев покажет вам много интересного. На его канале уже был эксперимент, где Олег за 10 дней строил дом без отделки. Но тогда был фундамент и утвержденный проект. Теперь Олег Князев поставил задачу построить полностью с нуля дом с чистовой отделкой за 70 дней. К сожалению, вместо дома у нас пока есть только колышки. Что нужно успеть за это время? Купить участок, разработать проект, сделать дизайн проекта и сделать фундамент, изготовить все на его производстве и построить дом. Ну и, естественно, сделать всю чистовую отделку. Друзья, ну а что с этого получится, вы сможете все это увидеть по ссылочке в описании. Заходите на канал Олега, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Ну а теперь погнали дальше. Клей готов первым делом, естественно. Многие уже знают, поэтому не будем сейчас заострять внимание. После того, как прошли очередной ряд, что мы делаем? Правильно, терочкой все это дело зачищаем. Или вот такой вот теркой, это мелкая терка по пенопласту. Буквально для таких каких-то доводочек, может где-то сопли остались, можно сбить сопли какие-то. Для, допустим, крупного перепада, крупного зуба, если геометрия страдает на газоблоке, мы используем другую терку. Вот такую вот терку, смотрите. Это по-другому еще называется, кто как называет, гвоздевая пластина. Но если перепады именно получаются на стыках двух блоков, отлично сбивает. Двух от таких пластин вам хватит на стандартный, скажем так, двухэтажный домик. Они бывают, загибаются со временем, но выдерживают, мама не горюй. Стоят у нас по 100 гривен, это ориентировочно где-то там 250 рублей примерно, то есть... Сделали вот такую досточку с ручкой и поехали. Здесь мы уже все зачистили. Дальше что? После того, как зачистили, хорошо, конечно, обеспыливаем. Все, блок обеспыленный, плюс-минус. Естественно, какие-то там, ну, чуть пыль остается. В любом случае, вы ее ничем не выметите. Пылесосом убирайте, ветродуйками разными. В любом случае, что-то останется.
Это не критично. Дальше, если у вас жара на улице, лето, естественно, блок пересыхает, нагревается. Соответственно, быстро втягивает на себя влагу. Надо смочить это все дело. Так как у нас сейчас весна, сыро, вчера только дожди лили, газоблок мокрый, мы ничего не будем здесь смачивать. Мы просто берем клей. Клей вот такой вот приблизительно консистенции, то есть не течет, не держится приблизительно, ну не знаю, там 15% сметана, может где-то чуть-чуть поменьше будем. Вот. Так как у нас паз гребень, то есть на угловом мы срезаем, соответственно, шипы, и здесь срезаем, чтобы было плотное примыкание, дальше уже идем в паз гребень, то есть... Здесь вот так вот. Можно наносить на этот блок, можно наносить на укладываемый блок, соответственно. Гребенка. Часто спрашивают, Вова, под какую гребенку? 8 мм. Оптимальный вариант. Можно под шестерку, но оптимальный вариант 8 мм. Ни десятка, ни четверка, ни 12. 8 мм. Оптимальная высота зуба. Лишнее сбрасываем сразу и начинаем наносить на блоки. Так как у меня уже есть опыт, да, я не буду наносить с мастерка, потому что это долго и производительности от этого будет мало. Я беру с ведра просто. Вот. Локально, да. И начинаю все это дело разравнивать. Но я кельму откладываю, потому что это опять же долго. Беру свой гребенчатый шпатель, можно сказать, полутер, да, и смотрите, пошел совсем другой движ. Хорошо, хорошо, Васильевич, камера пишет, не... Все, на стену нанесли, укладываем блок. Поехали. Теперь наношу на торцы. Хоть у нас и паз гребень, но геометрия блока оставляет желать лучшего, поэтому мы торцы промазываем. Смотрите, берем под углом, аккуратненько срезаем и поехали дальше. Хлоп. Оп, все. И здесь так же самое. Сняли. Сняли, где-то если чуть-чуть ляпнет, то ничего страшного. Кто-то оставляет на потом. Где-то слышали, кто-то там советовал на ютубе, что мол, чтобы эти все сопли подхватились, только потом обрезать. Можете потом, можете сразу, но если оставлять на потом, это останется навсегда. Ну то есть да, может и срежете, а может какие-то и пропустите. Шпатель гребенчатый надо периодически чистить, потому что если вот солнце вышло, немножечко остатки клея подсыхают. Так же самое всегда рекомендую очищать кельму. Перед тем, как убираете сопли, очистили кельму и чистой кельмой уже подрезали. Можно, в принципе, с мастерка разбросать вот так вот быстренько, да, сработать хорошо, оперативно. Можно и так. Оп.
все, то сделали небольшую подушечку, она там уже распределится. Дальше поехали, разравниваем постель нашу. Многие спрашивают: Вован, а туда много раз клея в эти отверстия падает? Нет, немного. Потому что, ну, если вы быстро работаете, туда много. Если будете гребти, туда его прям придавливать, да, туда упадет много клея. Если будете работать быстро, четко. Так, есть. Придавили чуть-чуть и с притирочкой его присадили. Усаживайте, естественно, просматриваете, что там у вас получается, есть зуб, нету зуба, мало ли что. Геометрия блока не идеальная. В любом случае надо просматривать все стороны. Так. Поперли дальше. Опа! Придавили с притирочкой. Приложили. Готово. Теперь очистили мастерок, перед тем как подрезать будете, очистили хорошо и сделали подрезочку. Клей, чтобы не заветривался лишний, пока там вы что-то отрезаете, какую-то часть блока, соберите его в ведро. Вот так вот. Ну что, друзья, собственно, вот такими вот нехитрыми манипуляциями и производится кладка газоблока. Кто-то говорит, надо швы замазывать, швы не надо замазывать. Кто замазывает швы, это, ну скажем так, скрытие от заказчика всех косяков, которые идут по швам. То есть неплотное промазывание, неплотное усаживание на клей, неполное промазывание, натяп-ляп и так дальше. Если у вас швы чистые, у вас везде все видно, видно продуваемость, кстати, и также само просвет. Потому что просвет заказчик точно увидит. При таких швах, да, если швы замазывают, говорят, монолитность надо делать, ну тогда обмазывайте сразу уже, штукатурьте, да, чтобы заказчик точно ничего не увидел. Мы делаем чистые, красивые швы, чтобы все было прозрачно, чтобы было эстетично и так далее. Друзья, вы сами все видите. Результат, ну и как бы по всем роликам, если кто следит за каналом, тот знает. А если кто не следит, то обязательно подпишитесь на наш канал. Обязательно жмякните этот гребаный колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых роликов. Подпишитесь на мой инстаграм, там какие-то фишечки раньше всего выходят. Естественно, подпишитесь на канал «Директор кладки». Каждый день 1-2 стрима выходят. Онлайн, то есть, понимаете, живые видосы, живые бложики выходят в реальном времени с живых объектов, с наших. То есть, я сейчас на одном объекте, вот стримчик буквально мы отсняли. Сейчас поеду на другой объект, там еще какой-то, может быть, стримчик отснимем по монолитным работам, по армопоясу, террасу, армированию и так дальше. Поэтому ссылочка на директор кладки будет в описании. Подписывайтесь и двигаемся вместе с нами в онлайне. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Я, как всегда, желаю вам удачи и хорошего настроения. Всем пока. Естественно, пишите свои комментарии, ну и не забывайте за репостики. Васильич, что ты зажурился? Что рано женился?